вписал, скакал вместе, вписал. Вписал, скакал вместе. Самое что интересно. Там по этой. То есть я беру все протоколы, все проконтролировал, все где было записано. Вы что? А грамоту вручаю. Есть, парни, да вы что, хорош, да вы что, ем, серый, я тебя спрашивал, что ты записал. Там такой да, я у тебя, я знаю, я знаю, я знаю. Сначала ты делал так, там такой другой момент. Сейчас, секунду, парни, пока. Ну, где, Геннадь, что здорово? Да, сюда, пожалуйста. А девочка была тут? Когда засовывал. Петр засунул. Если устал, вылечил, покажи. Нет, не устал, я не понял. Нет, он наоборот не поймет. Засовывай бедра дальше туда. Прям что бедра это? Надо, под ягодицы. Серый, я же спрашивал, ты че? Я говорю, вписали, а ты говоришь, да, все, блядь, ну простите, Яшка. Ну кто, кроме как тебе и Денису, там, ну ладно, Дамир, батя там тоже. Ну, о, залез? Все, вот так надо зафиксироваться. Прям зафиксировал, да, 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 это трудно будет, да. Там, во-первых, не было волонтера. Скользя, а вот это одна девочка. Скользя? Да. Пока вниз, пока сейчас еще раз покажу. Да, туда, вот. Ну, как девушка, которая там была. Сейчас еще раз покажу, да. Есть интересный момент. Первое, вот туда мы засовываем. Там она делает. Я сейчас протоколы зашла. Это на это. Секретарь. Начальник секретарь старший. А парень Валентина Рачи там какой-то представитель. А прям здесь надо. Да, 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 молодцы. Да. Вот, я попасил там ноги. Вот здесь у меня бедра, ягодицы. Либо, когда я уперся ногами, вообще вот так. От нее, да? Да. От грифа. От нее, а от грифа. Тихо. Да, я согласен, но жестко, серый, блин, ну как так? А мы вообще не... Я вообще не усмотрел, когда они... Что нам надо, смотри, Дамир? Ну как всем вопросы, все же это были, да, там? И даже я там был, благодаря вам. А вы там были? Ну конечно, Дамир, ты сейчас не волшебник. Это я там был, так что меня не видно. Надо, в общем, так как будет чемпионат, надо делать так, чтобы не было, как вот сейчас, чтобы не собирались взрослые люди и не ломали голову. Это жесть была. Я почти забрал. Сейчас, Демьяна, помогу тебе. Там надо хватать ее по крышке, там надо еще вот так ее схватить. Нам нагрузка идет на пальчик. Да, надо перетерпеть. Мне тоже больно, мне больно даже суставы. Залез? Мне даже суставы больно. Это мы почему делаем? Есть специальные такие эти скамейки. Вот так ноги засовываешь, там она не переваливается. Но так как у нас есть покрышка, залез, молодец. Но Серый, пока без железа попробуй. Помоги ему, другой Серега, помоги ему поднять железо. Во, вот сейчас ложись. Бери руками. Сейчас тебе Сергей Юрьевич помогает подтолкнуть. Ты должен выровняться. Давай. Попить ему. Стоп. Да, контроль, пошел. Во-во-во-во, нифига себе, вот это атлет. Смотри, шоколад свой лёгкая сразу. Тихо. Жестко, ну ты как будто загорел, что ли, братан? Прилив еще, пошел. Мышцы такие, бугры. Дай мне попробуешь? Нет, это как бы так. Нормалек? Еще разок сам сможешь? Давай. Еще надо здесь, знаешь? Да, вот так. Молотом. Давай. Нормалек? Ну попробуй сейчас зафиксируйся в этом. Подними руки и фиксацию сделай. Сейчас. Ну ладно. Контроль. Все. Держи. Сергей Юрьевич от Станислава Андреевича привет нам передал. От мебельщика, да, Покровского. Класс. Давай, Серега, залезай. И вот что бы я предложил. Вам посмотреть, подумать обо всем, как это делать. И
например, в лице Дениса Владимировича Сергея Сергеевича, либо нашего, организовать встречу с Николаем Алексеевичем и сказать, типа, Николай, наши дети участвуют, мы непосредственно занимаемся федерацией уже не первый год, давай, пожалуйста, подумаем, как бы нам сделать так, чтобы было все, ну, хотя бы близко к безупречному, чтобы не было таких вот скандалов, там, вот этих движухи. Чтобы хотя бы предписания организации выполнялись по проведению мероприятий, то есть как они там регламент есть, чтобы четко, там, счет и прочее, прочее. И с электронными этими досками больше не надо никакого дела иметь. Во-первых, под живот для девочки отжиматься, я думаю, это труднее будет. Я вчера доказывал пареньку одному и доказал. Я говорю, даже если у девочки грудь сформированная, все равно под живот труднее будет. Потому что, когда отжимания делают, одно дело, можно вот так, а другое дело, например, когда полностью ложишься. Но если, например, там девчонка юная, ну зачем, да, заставлять там девочку или прочее в этот момент? Или если людям тяжело, там, в этом случае можно было бы просто чуть-чуть таз приподнять, и уже живот выше, чем грудь получается, уже под живот тяжелее. То есть можно было бы скандал, ну, как бы свести на вот... И Юрий Степанович я увидел, как бы я, ну, знаю, как он себя, там вообще дичь, конечно, вообще очень таких вещей. Вот, соответственно, с детьми, если чтобы не было этой возни, надо сразу этим тренерам сразу объяснять, и кто там привозит команды. Либо вообще не вводить детей в соревновательную программу, а делать для всех любительское. То есть всем грамоты будут, всем одинаковые подарки, а то это... Просто в чьих-то руках дети могут выступить как средство манипуляции, нет уже. А, я вот воспитывал, приехал с другой области, вот ребятеночка привез, а как вы относитесь, а? Зажрались, да, зажрались столичные. Ну я вам покажу, Кузькину мать, жаловаться на вас я буду министром. В следующий раз не приеду. Да, не приеду в следующий раз. Нормалек, парни? Ну да. Сейчас, поверьте, вот сейчас будет самое интересное. Сейчас, секунду. Для понимания, что у нас есть. Сейчас, Денис Владимирович, а что, может ты, Серег? Или ты, или Денис Владимирович, попросим, пусть там начинает делить, резать, мы празднуем. Она уже должна быть разрезана на 6 кусков каждого. Максим, как всегда. Я, может, за клешку смотрю. Давай, мы-то взяли 4, у нас сейчас больше оказалось. Демьян, брату, что ты делаешь? Ты просто лазишь? Покажи, Денис Владимирович, выход на тренинг. С проворотом ноги, как ты залезаешь на тренинг. Сейчас, парни, смотрите, делаем все то же. Кто-нибудь помогите, пожалуйста, ее туда назад. Вот. Вот здесь кость лобковая. Аккуратнее. Смотрите, лег под звук. Вот это действие. Во. На ребро нельзя ложиться. Ногами видите, как я обхватил? Видно ноги? Да. Вот я их туда, оп, закинул. Сейчас делаем такое действие. Сейчас смотрите внимательно на спину. Ну да. Сколько раз он за вот это вот время, во-первых, растянули, должны были все в течение получаса решить. Вот так. На сколько? Часа на полтора, наверное, растянули там один. Протянуться. И потом. Да. Оп. Потом он говорит, нет, надо пересдавать, все аннулировать. Потом он опять говорит, да нет, все четко по технике, претензий нет никаких. Потом опять он говорит, что нет, результат надо аннулировать. Ну давайте два первых места дадим. Вот нагрузка все полностью волокна почувствуете. Потом, давайте, кто первый? Если сделаете первым несколько раз грифом или с палкой. Все. Моя аккуратно палку не дать. Залез ногами об платку. Демьян, давай выход на три сделаем. Сейчас просто ляжем. Что он сделал, показал. Показал уже? Да. Просто поднимись. Смотри, чтобы животом на ребре не лежал, в этой пустоте надо быть, иначе давит. Нашел пустоту-то? Давай, гриф бери.
поднимай наверх, прям бросай руки наверх. Стоп, еще давай. Пачкай все твои. Штаны, нет? Давай, тяни. Ты кому-то да. Ай, пальцы мне прижал. Я не знаю, попробуй. Хорошо, сейчас я опёрся на это. Гриф. Вот какие надо, да, изображения на турнире, чтобы было. Эмоции, чтобы передавались они. Давай, держи, конек. Крути себе. Да. Руки в локотках согни и пошел. Крутись. Пам, пам, еще. Во. И спокойно вылезай, давай. Тихо. Тебя пытают на этом, знаешь? Ниже там. Дым на дыбе, да. Так отпустите меня. Я не знаю, где партизан, отпустите. Ну куда она стремилась сами? Давай, Серег, на него не ложись, вот она, карту найди. Иначе после ковую будет, да, выйдет. Сейчас записи проверю. Сначала поднимись, попробуй, потом... А ты, Денис, тоже хотел, да, попробовать? На спину, она... Я уже в следующий раз, потому понял. Что штаны светлые, я боюсь, сейчас... Понял. Но она нашими телами, я думаю, вытерта уже. А, тихо, Серый, да, погоди, стоп. Давай, засовывай. Кто бы мог понять, да, чтобы такую конструкцию спокойно... Да, внутри. Все? Нет. Туда прям засовывай. Просто, да. Просто. Все, нормалек, да, нормалек. Засунул? Нет. Блин, ну... Одна, с левой ногой не то. А, да, стоп. Чуть левый не... Стоп, давай ее сюда. Ну, на носочек, да. У тебя, вот, нормалек. Серый. Вот так ноги, да, вот так. Что-то вот здесь застрял. Тихо. Еще? Да ладно, нет. Ну, давай, смотри, налез попробуй. Просто попробуй тогда короб без грифа, да. Во, контроль. Теперь с грифом, Серег, помоги ему. Поднял. Вверх, поднимайся, да. Подтяни. Теперь. Тихо, нога. Ну да. Тихо, спокойно. Не, в принципе, ты залез нормально. А по ощущениям ты можешь сказать, как? Одна пятка упирается, другая упирается как. У меня тоже упиралась. Вот здесь? Да. Вот в принципе у тебя нога есть, хорошо. Я имею в виду, Сейчас правую переверну. Погоди, сейчас. Все. Есть? Да. Теперь к себе, отжимай к себе. Да. Сколько раз делать? Спокойненько. Так. Зафиксируйся прямо сейчас. Прогиб, ветку тяни. Поднимай вверх. Как мы сегодня палкой делали, когда? Руки пошире возьми. Пошире. Еще. Давай. Молодец, контроль. Опусти. Положи. Продышись. Дамир, что у него доктор с этим? Что сказал? Растяжка там можно, не можно? Акцент делаем на это, нет? На тазобедренный просто. Не надо, да? Поменьше. А так-то... Просто он иногда, я смотрю, делает какие-то действия, да, вот, ну, хорошо делает, так как бы до шпагата немножко остается. Начинаем более, если как бы больше внимания на этом делать, он говорит, мне нельзя, я говорю, ну, ладно. Давай сейчас без грифа, опускай, спокойно, просто руками, руки, локти, помнишь, да? Да. Контроль, держи максимально. Парни, телефон у кого-то. А, Денис, что ли? Все, есть такое, да, молодцы. Сейчас следующее, погодите. Нормально? Где пережимала? Здесь. Первый раз на пятку. Еще и солнце. Давайте сейчас сделаем кушок. Вот
Давайте, на вашу сторону. Раз, два, три. Выше можете. Аккуратно. Так, держите. Стоп. Держите. Можно. Да. Все нормально. Ну, здесь-то, конечно, да. Блин, вот эта вот просто вот покрышка одна, вот эта, которая лысая, это, конечно, надо было бы 4. То есть, давай еще раз. Вставай на руки, да. Отходи, на, отходи, да. Вот сюда. Да, отходи, отходи. Тихо, тихо, успокойся. Блин, стоп, спусть, лезь, лезь, лезь. Да, вот, вот. Да, 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 молодец, да. Колени согни, ноги, колени согни. Теперь ногами топай по стенке вниз. Все, согни, нормально. Вот, прижмись, прижмись, коленками. Не прижмись, я рядом с тобой, Дамир, не гони. Прижи, не бойся, не гони. Коленками. Коленками прижмись. Все, все, тихо, ты батю слушай, спокойно. Нормально? Еще, опускайся. Ручками отходи. Отходи, отходи ручками. Тихо. Спокойно. Ты что переживаешь? Тихо. Братан, вот. Батюса, братья, слушай, да. Ты что? Он же в любом случае тебе не пожелает. Никакого. Все. А ты как хотел сделать, Дамир? Ты хотел прям в стойке на руках, ой, в стойке на ногах выйти, в стойку на руках через мостик?
всему свое время. Ты куда так это гонишь? Скажи, ты куда торопишься? Мостик освой. Знаешь, что самое лучшее? Сделать не опускание мостика, а подъем из мостика. Вот лучше сделать. Ты ставишь мостик, и подъем из него делаешь. Сейчас. Ну что, парни, Серега, руки чистые? Салфетки, руки чистые. Давайте, приступаем. Кто-то руки, малыши, руки пойдете мыть? Побиться? Ну да, пиццу, конечно, надо попраздновать, конечно. Потом давай, давай. Побиться. А, побиться? А мне походу попиться, их нифига себе. А я побиться можно с вами? Нет. Вы будете? Я пока нет. Не, норм... не, если вы будете, нормалек. Или со мной, Серега? Нет? Нет, так это нормально, попробуйте, да. Я буду попиться, обрадоваться. Давай. Сейчас пиццы кормить. Дай мне. Что, пиццу будем? А? Пицца грибная. Отмечаем соревнования. Ну вот, вот так пока. Подумали, думали сладости. Сладости уже, мне кажется, это, как говорит, зад слипнется. А пицца там есть грибная, сырная и... кто, Серега, там? Курица? Курица с сыром. Я бы, конечно, взял бы какую-нибудь овощную, но вот их таких они не делают. Или пирог какой-нибудь. Че, Демьян, ты мне пойдешь элементы показывать? Во, Дамир, молодец. Тут теперь надо из мостика выйти тебе. Давай, аккуратно. Вот и Юрий Степанович. Из мостика надо выйти теперь. Ты помочь? Аж страшно смотреть, когда такие прогибы делают. Аж страшно я смотреть. Донесу. Там вообще, короче... Опять меня кинул автомат на 80 рублей. Серьезно? Звони. Да. Звони туда. Сейчас я буду выходить. Позвоню. Звони туда. Это не первый раз. Он делал. А мне так сотку не вернули. А мне вернули 40 рублей. Вернули? Да. А мне сотку должны. Даже нет. А сейчас ты знаешь, в чем прикол? 120. Все бросил, все, он принял деньги, начинает ну, готовить, прикинь, смотрю, все, струя все, такая, все, мимо, короче, бьется. Блин, стакан? Я такой думаю. У меня вчера стакан выпадет. Вах-вах. Ты куда сюда заглядываешь, там стакан, короче, молот просто, донышко стакана, так вот боком торчит. Я такой, ну ничего себе, да, думаю, да. Ладно, второй раз, представляешь, чик-чик-чик. Чуть-чуть вот, знаешь, надо ноги поставить. Я опять, стакана нету, он опять там застревает, я не могу там, короче, что-то, чуду, я дома там кипятком уже, что ты вот так, и он налил, прикинь, не наливай, потом такой стакан. А потом чуть-чуть, ноги оставляю. Я вчера налил кофе и стакан выпал. Теперь это... Так его плечи попросили, пироги. Опять тянуть, да, опять тянуть, опять разминка ваша, да, скажи, что вы здесь? Сальто давай мне, рандаты, фляги давай, что мне разминку ставят? Что вы мне отжимания говорите? Ой, ребята, бойцы все уже собрались. Они вообще, Юрий Степанович, вот куда, пожалуйста? Так, звонили, если кому-то это не мне. Не тебе, кому звонили, парни, телефон? Матраса надо, сопли врача, доктора. Руками за себя туда тянуть. А что бываешь-то зачем? Руками за себя. Да? Давай. Не-не-не, ты вот это вот не надо. Руками и за себя. Ты смотри. Ноги вместе. Сергей Юрьевич, Станислав Андреевич привет передал. Ты и отправь так, обратно привет такой. Ты сразу Стасян! Я тебя переверну. Руками. А знаешь, как Стас сколько раз Серегу спасал? Просто здесь еле на ногах, сам еле стоял. Что, Денис, разбирай? Должны от кого? От него, от Дениса Владимировича. Фотки Сергей Юрьевич просто фотографию видел, Денчик, где у тебя нос тепла. Да? Там Стасян такой, рядом с тобой. Улыбающийся. А мы в зале одни остались, мы на сцене в курсе. По-моему, больше нет. Просто надо ее этого Александра... Я сейчас... Ну, я ему хотел сказать, да. Он этот, по телефону. Попробую просто таким вот мином. Че, Демьян, пойдем по пиццушке. Руки пойдешь мыть? Я, наверное, пойду, по-моему.
что, Денечка, разыгрывается? Да? Ну там оно разыгрывано вроде все. Там разыгрывано? Надо разбирать. Что, праздник так вообще будет этот? Ну, суббота. Ну, вообще, да. Да, это сейчас суббота, да. Демьян, Дамир, Демьян, руки идем мыть? Руки пойдем мыть? А ты кушать не будешь, что ли? Ты посмотри, там дольки какие. Сейчас я попробую. Я пойду руки помыть. Там даже два разных, несколько вкусов видно. Что, Павел, попасть вместе, давай. Вы только доживите. Вы бьете как бы оба скованно. Тимья, много вам надо это. Тимья, отогните, пожалуйста, на стойку в сторону. Конечно, конечно. Турбет. А вот еще одно упражнение. Так, давай мы вот так делаем. Вот со мной, вот смотри, как я делаю. Вот это называется турбет. Берешь, становишься на руки. Становись и делай. Ты понял? Руками оттолкнись. Оттолкнись руками. Прямые ноги. Прямые ноги. Вот смотри, смотри, как я делаю. Руками должен вытолкнуть. Вот смотри. И ноги не упасть на ноги, а прям жестко встречать его на ноги. Ну и выпрыгивай, выпрыгивай. Вот. И отпрыгивай, да. Опять стойку ты как делаешь? У тебя стойка вот такая вот. Стойку, да выйди в стойку, нормально. Амир, вот даже я со своими плечами уже думал. Смотри, как сюда вышло, смотри, как я сюда вышло. Надо, наверное, какие-то эти. И голову не обязательно, потому вот так вот смотри. Можешь чуть-чуть отпуститься, чтобы он не торчал. Давай, делай. Толкайся руками. Да. Быстро, потому что она это. Не сгибай ноги. Ноги почему сгибаешь так сильно? С рук. Смотри, Дамир, ты когда с рук толкаешься, ты прям тык и все. И ты как это, как попа, понимаешь? Не толкаешься. Вот еще раз, смотри, ну я, казалось бы, нет. И за себя ноги, вот ближе надо, вот так. Хоп! Прямые. Что, как, нормально? Да? Прямые, да. Ты же видишь у меня, они чуть-чуть согнуты, но я землю встречаю, чтобы оттолкнуться от земли. Че, Денис, как? Ты еще в ожидании? Ну я один. Все. Я хотя, если честно, дико хочу вообще. Ну давай, Демьян, ну пойдем, иди угостись. Сергей Юрьевич, ему можно? Пиццу? Нет, и Сергей Юрьевич, можно? Эх, ты аж кувыркнулся, как нифига, так на радости кувыркнулся, что ли ты? Ты дом покушаешь? Сейчас папа скажет, рукой машет, давай, и что там сбрусит. Денис, засекешь 2 минуты? А? 2 минуты засекешь? А, вы даже по таймеру? Конкретный мощный бой. Один раунд сделали, но... Давай. Так, а где засекатели-то у меня? А, вон они. Это пожелалось. Так, Дамир Анварович, Юрий Степанович, Денис Владимирович, как у вас самочувствие? Все отлично, температура 36,5. Юрий Степанович, Дамир Анварович, как самочувствие? Нормально все? Самочувствие? У всех? Аккуратно. Здесь работает группа мышц, именно подземный, надо успеть вытолкнуться, надо сделать и плечами. Он тэквондо, Серега, занимался. Нельзя, вот, у него краповый пояс по тэквондо. Который Сергей Сергеевич. Значит, смотри, здесь надо первое. Сейчас чудо А есть вот, она называется подвздошно-поясничная мышца. Это вот, ты можешь вот так сделать, как я там? Ну, Денис, поехали. Вот так, чуть-чуть. Давай, как бы потом тогда. Это прекрасиво.
Лёва, аккуратно. Все, готовы? Да. Полетели. Тогда иди сюда. Прыгай, не приходи. Не высоко тебе? Нормально? Там высоко, да? Давай, залезай, смотри. Или снимем одно колесо. Снимем одно колесо, может? Давай, высота слишком большая. Блин, давай одно колесо снимем, Демьян. Потому что очень высоко, это круто. Аккуратнее. Ох, нифига себе. Так, ну, таймер 2 минуты, я думаю, вы сейчас влюбитесь вообще просто в нереально. А они что делают? Что мы смотрим, Денис? Мы смотрим схватку двух космических десантников. Нет, это назад. Космос, пластунов. Два Сереги, да? Двух Сереги. Ноги прямые, например. Всегда приучи себя сядь на за кого? Болеем, за кого болеем? У вас ты за Серегу, я за Серегу, да? 50 секунд. Руки. Что у вас на лице? Демьян, ты за кого? За Серегу болеешь? Ну, переживаешь за Сергея? Значит, надо приучить себя. Ну, за батю? У меня просто... Почему? Слезай. Все, 5 секунд, отдышаться и 30 секунд, последняя атака. Ты уже готов приземляться на нас. Нормально? Давай, 4, 2, 1, понеслась. Все, без остановки прям. Комбинации, комбинации, красивые комбинации. Серега, который барабанщик, красивую какую-то комбинацию делает. И ему дай возможность связку закончить. Конечно, конечно. А я там вижу, что как они делают. О, ногами можно, что ли? Ногами да. Можно? О, опа. Пик, пик, что это? Все, это чемпионский раунд. Это чемпионский раунд. Молодцы, парни, красавчики. Делай на матч. И как итог? И все вкусное. И как итог? Демьян наверху, да? Ноги вместе. Не маши ты руками, как это? Ты взлететь, что ли, хочешь лететь? Просто встал. Блин, парни. Хоп, не пошел. А со мной. Все, не надо там стоять, махать. Демьян, пойдем с тобой подеремся. Пойдем? Не хватает. Блин, вот прям... Пойдем. Да, прыгай, я побежу. Прыгай, прыгай. Давай сделаем как. Я тебя подержу за руку. Давай, подсвязь. Раз, два, три. Самолет? Один миллиметр. Чуть-чуть рука. Ну что, пусть батя посмотрит, пойдем со мной подеремся. Новости. Один из создателей первой термоядерной бомбы, Григорий. На 2,5 шины больше. А что это значит? Ну, вот я встал. А, нет. Это я понял, что она выше тебя, да. А, что это значит? Вот, видишь, уже у меня... Да ничего, вот я таймер сейчас открывал, закрываю, и тут новость вылазит в интернете. Пойдем. Ты с батей отдохнем, посмотрим. Сергей Сергеевич. Это, наверное, значит, что не выдержал он творение, груза творения своего. Как будем биться? В каком стиле? Только ногами и только по голове. Капоэр, джиу-джитсу, айкидо. Может, перчатки? Борьба. И бокс, классический. А, руки-ноги. ММА с борьбой, со всеми делами. Или пинчак-силат. Сергей Геннадьевич, перчатки можно. Может быть, ушу? Я не знаю. Нет, но... Я щелбанами. Я даже не щелбанами, я мизинцами. Ну, я в тот раз тоже был. Не переживай, не переживай. Пальчики. Готов? Руки-ноги? Давай, Петюнька, поехали. Ну, покажи, что ты можешь. Давай, поделай. Так. Ну вот давай, это бесконтакт какой-то, да? Это какой-то. Нет, он просто посмотрел. Он молодец, смотрел в поисках приключений. Помнишь, там был такой тип? Да. Разминка, это разминка. Чуть-чуть оставляет ноги здесь. Это психологический ход. Оп, давай. Ну так, да, давай. Ну, это нормально. Давай. Ты должен туда закрутиться. Давай, руку к себе не прижимай. Ну, в замедлении, да, но это матрица, браток. Это какая-то прям это матрица. Давай. Давай еще. Это раз.